Максим, Галкин, это ты? Привет, да, это я, Светлана Леопольдовна с Ютуба, да. С днем рождения, мой сладкий, с днем рождения. Ага, да, да, счастья, любви, удачи, секса побольше, да. Побольше, очень прям побольше. Только аккуратно, пожалуйста, все-таки твоей жене уже 70 лет, как бы, ну сам понимаешь, да? Ты же не хочешь с утра с трупом проснуться? Ха-ха-ха, пошутила, с праздником и хороший сладкий. Аллочка рядышком там с тобой, да? Алло! Козел, Валя, он трубку бросил, блядь, уёбок, я, наверное, переборщила. Свет, да ты дура, Света. Поняла. Котяточки сладенькие мои, здравствуйте, сегодня понедельник, день тяжелый, сегодня великий праздник. У нашего друга Максимочки Галкина сегодня день рождения, ему исполнилось 42 года. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья в личной жизни и удачи во всем. Естественно, в этот великолепный день я решила снять выпуск именно про нашего друга Максима Галкина и его красивую женщину, Аллу Пугачеву. Всем известно, что юморист балует жену. Максим часто делает Алле Борисовне Пугачевой дорогие презенты, организовывает отдых за границей, он построил при Мадонне целый дом в деревне Грязь, подарил детей двойняшек Лизу и Гарри, а вместе с ними вторую молодость, высадил сад во дворе замка, скопал огород 30 соток, сказал: «Алла, сажай, Алла». Алла вышла в огород, охуела и сказала: «О-о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 
ягодка опять. Последние несколько лет дни рождения Максим Галкин отмечает за границей. Вот и сейчас телеведущий вместе со своей женой Аллой Борисовной Пугачевой и детьми улетели на Кипр, гражданами которого они стали в прошлом году. Пока квартира, купленная супругами, еще не сдана, семейство арендовало дом с бассейном и видом на Средиземноморское побережье. На Кипре семья планирует пробыть около 2 месяцев. Мало кому известно, что Максим большой поклонник саги о Гарри Поттере. Зная это, накануне одного из дней рождения Пугачева заказала для него необычный торт. О, господи, Валер, кто это? А это повар, а что с ним, а? И перепугалась, ты че, Валер, ты че? Алла Борисовна позвонила и рассказала о своей идее. А, это говорит вот этот вот страшный мужчина, да? Ага. Его зовут Александр Селезнев. Он повар, кондитер. Вот, и у него Алла Борисовна заказала для Максима Галкина торт в виде Гарри Поттера. Ну вот, и этот кондитер Александр Селезнев открыл свой рот. Я, правда, не просила, но говорю, ладно, говори, блядь, забивай мне эфирное время. Алла Борисовна позвонила и рассказала о своей идее. Она хотела, чтобы торт был выполнен в стиле Патрианы. А на верхушке, чтобы красовались инициалы супруга. Маг. Максим Александрович Галкин. Мы также придумали разместить на торте волшебную шляпу, которая в книгах распределяет учеников по факультетам в Хогвартсе. И весил кулинарный презент больше 10 килограммов. И произвел на гостей огромное впечатление. Кстати, съеден был до последней крошки. Даже шапку съели, блядь. И тут я бросила трубку, потому что проголодалась. Примадонна за годы совместной жизни сделала супругу немало творческих подарков. Одним из них много лет назад, еще на заре отношений пары, стала запись музыкального альбома Максима Галкина, который никто еще пока и не слышал. Для Максима такой поворот в его карьере стал сюрпризом. Делится с нами саунд-продюсер Анатолий Лопатин. Алла Борисовна долго уговаривала его попробовать спеть что-нибудь, но он не был уверен, стоит ли петь. И тогда Пугачева втихаря подбирала для него репертуар. Приобретала песни, которые вскоре накопились на целый альбом. И вот со всем этим багажом песен, который был Максиму презентован накануне его праздника, они приехали в мою студию и записали всю эту хуйню. Всего Макс записал, ну, где-то, знаете, 9 песен у меня. В том числе дуэты с Пугачевой. «Будь или не будь», «Это любовь», «Холодно», «Хуй мое», «Хуй мое». Прок не стеснялся, Алла создала тут невероятную атмосферу. Она насрала в углу. Я пошутила, извините. Отсебятина пошла. Настроение хорошее, цвет. День тяжелый, понедельник, хуй мая. Никакого дискомфорта Максим не ощущал в студии звукозаписи. А хиты эти поют, кстати, до сих пор. Да? Не поняла. Какие хиты? Где? Я бросила трубку, потому что потеряла основную мысль. Алла Борисовна известна утонченным вкусом в одежде. Иногда она пользуется услугами любимых стилистов Алишера, Валечки Юдашки. И частенько Примадонна устраивает шопинг в крупных торговых центрах. В Латте Плаза, где расположена ее детская студия Рецитал. Ну или в ЦУМе иногда отоваривается, да. Алла Борисовна наша любимая гостья. Это нам рассказывает женщина из ЦУМа, торгашка. Периодически она выбирает наряды не только для себя и детей, но и для своего мужа Максима. Максим, кстати, в одежде тоже очень требовательный. Да что ж такое, блядь. Несколько лет назад Алла Борисовна приехала к нам накануне личного праздника Максима. В качестве подарка она приобрела для него великолепный, просто охуительный дорогой концертный костюм. Он потом появлялся в нем на бенефисах и съемках. Новость кончилась, котят, все, отдыхайте, мои сладкие, новость кончилась, я наконец-таки ее всю зачитала. В общем, у Максима сегодня день рождения. Алла Борисовна балует Максима, Максим балует Аллу Борисовну, оба они балуются, у них регулярный секс. Максиму 42, Алле Борисовне 89, все хорошо, прекрасная семейная пара. В этот великолепный праздник я сейчас, конечно же, буду петь какую-нибудь хорошую песню. Из репертуара Максима Галкина я ни хрена интересного не нашла, но Валерочка мне подкинула одну очень интересную песенку. Я, конечно же, долго ржала, пока ее записывала. Не могла записать, шестой попытки получилось, да. Потому сейчас сами все поймете, я очень надеюсь, что вы не поставите лайки, мои сладкие котятки. Естественно, в этом ролике также сейчас мелькают ваши обалденные комментарии. Также у нас есть Валерочка. Валерочка, голос. Голос, Валера? Да. Фу-фу, на место. Ха-ха, пошутила, да. Саша Градский. Валер, ты можешь Сашу Градского сделать? А как это? Подай сюда яйцо свое.
Вот получилось, а ты говорил, не умеешь. Вот это Светлана Леопольдовна дает сегодня. Отжигаю, потому что великолепный праздник сегодня. День рождения нашего друга Максимочки Галкина. Юморист, следовательно, все мои котятки сегодня улыбаются. Сегодня прекрасный день, прекраснейшая погода. За окном у нас плюс 30, блять, вообще пиздец нахуй. Я с утра как вышла, сразу вспотела нахуй. Надо отключили горячую воду, котятки. Валерочка, Валер. Чё? Хуй мочу, ёпта, воды подай. Подай, пожалуйста. Да. О, спасибочки. А сейчас петь песню буду, котятки, готовьтесь. Да, я не сказал, наверное, дур тупая, да? Вы мне должны поставить лайки, дизлайки, подписаться, отписаться. А также у нас есть паблик ВКонтакте, который нас уже аж 4000 с чем-то человек, представляете? Нереальные ребятки там сидят, вообще тусят, ржут, там общаются, так здорово. Я когда туда захожу, я просто балдел. Балдею от всех вас, потому что я вас... Пиздец, как люблю мои сладкие котяточки. Люблю. Лето продолжается, come on everybody, хуё моё. Come on everybody, танцуют все. Ахуе, мой любимый. И под ёлкой мне сказал. Я за лунным камнем еду. Что ж ты мужем мне не стал. Я за лунным камнем еду. Что ж ты мужем мне не стал. Ахуели мы расстались. Ахуе, милый мой. А я в жены собиралась. Я же целый год ждала. А я в жены собиралась. Я же целый год ждала. Давай. Ахуехал мой любимый. Ну и хуже мне не стать. Не оби, сера не вижу. Не обу, с ней дождалась. Не оби, сера не вижу. Не обу, с ней дождалась. Как на хуторе заречном. Выйди сразу греет рожь. А я буду ждать тебя вечно. Коль на хутор ты придешь. А я буду ждать тебя вечно. Коль на хутор ты придешь. Шампанское! Опа! Давай! Танцуют все! Поехали! Запись сделали мы в ЗАГСе. Обосраннего с утра. Палец в желтеньком колечке. Заперде в куновика. Палец в желтеньком колечке. Заперде в куновика. Ему девушка сказала: Не манди, река. Как я буду с ним купаться. С толстым худенька такая. Как я буду с ним купаться. С толстым худенька такая. Оп. Давай. Оп. Капи пёзда, Максим, I love you. Come on everybody. Давай. Блять, Валера, все, закругляйся. Наливай. Давай. Ну, за Максим, давай. Огурец, быстро сюда.